А теперь о трагедии в Бабаюртовском районе в селе Камилюх. В результате пожара в частном доме погибли двое маленьких детей 3 и 5 лет. Еще один ребенок, это девочка 8 лет, в тяжелом состоянии, с ожогами более 50% тела, а также беременная женщина старше 30 лет, были доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. Возгорание произошло в 4 утра из Махачкалы в Кизляр. Для оказания необходимой медицинской помощи выехал специалист по ожогам Дагестанского центра медицины катастроф. Пациентов было решено транспортировать на дальнейшее лечение в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Эвакуировали пострадавших на медицинском вертолете. В настоящее время ребенок находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. У беременной женщины отравление продуктами горения. Ее жизни и жизни малыша ничего не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. С Кизлярского района доставлена тяжелая больная, 8 лет. Получила травму сегодня около 4 часов утра, ожоги пламенем, общая площадь 57%, 35% глубоких. Планируется специализированное комплексное лечение, проводится весь комплекс мероприятий, необходимые реанимационные.